они пойдут в руки и будут подарены нашим бойцам. Чтобы боец его сложил, и вот сюда, к сердцу, это будет оберег. Я хочу вам пожелать, чтобы всегда было безоблачное небо, чтобы мы как можно скорее слышали такое воздушное перевод, чтобы мы никогда в жизни больше не вспоминали и забыли это страшное слово «война», чтобы на нашей Украине, любимой Украине, воцарился мир.